Как тяжело с этой огромной разницей во времени с Москвой. У нас почти 12, в Москве минус 5, а мне вставать через 3 часа. Это очень сложно перестроиться. Прошла неделя, до сих пор не могу. Засыпаю часа, ну, по нашему времени, в 3, в 4, а в 6, в 7 уже вставать. Поэтому, конечно же, устаю, особенно когда у нас насыщенные дни. Насыщенные событиями, эмоциями. Сегодня был замечательный день, выходной. Немножко выключила мозг. Выключить мозг — это необходимо. Хоть погуляли, немножко посмотрели, где находимся. Вот. А сейчас я буду стараться, мои хорошие, ложиться спать, потому что завтра важный, длинный день. И самое главное, я очень нервничаю, потому что завтра состоится премьера клипа на песню «Лайкер». Чтобы не пропустить «Свайбайте вверх», подписывайтесь на мой канал, и вы увидите его первым. Главного героя хотела держать в секрете до последнего, но самые преданные поклонники уже узнали. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, хотя, мне кажется, по последней фотографии уже все понятно, пишите ваши мысли под последним постом. Но если вы хотите увидеть всю историю от начала до конца, то подписывайтесь на мой канал, свайп вверх, и не пропустите завтра премьеру. 6 утра у нас, представляете? Доброе утро. Уже рассвет. Сегодня не очень яркий, потому что облачно, ветрено. Птичка на ветку с ветки. Светки на ветку. Доброе утро, всем хорошего дня. Мы поехали. Красиво у нас. Очень. Сегодня будет долгий, насыщенный, интересный день. Мы в районе Убуд. Нашли такое местечко. Называется Famous. Здесь говорят, что самая вкусная пицца. Посмотрите, как красиво. Круто. Мы заказали с девочками пиццу. Уже вы видите, да, половину уже нет. Это самая вкусная пицца, говорят. Но она действительно вкусная. Сегодня можно. Мы сейчас находимся в районе Убуд. Это такое местечко, где очень много... Забыла. Очень много всего. Сейчас мы едем. Не могу говорить, блин, я не могу ни себя показывать, ни говорить вам. Просто вам показываю, что я вижу. У нас час дня. Я всегда, когда путешествую, привожу своим девочкам подарочки. Вот еду на локацию следующую, нашла такие браслетики.
бурьянчик, это тебе. Вкус розовенькую тебе. А вот тебе такую взяла. В магазине, где покупала украшения, попросила сходить в дамскую комнату. И вот посмотрите, извините за подробности, но вот просто вам показываю Бали. Обратную сторону. Смотрите, вот кто у нас будет по утрам. Тут очень много курочек, петухов. Чубок, шмушлёчки. Вот там дорога. И это получается за дорогой. Так все выглядит. Такие маленькие храмы, они вообще везде, представляете? И священная рыба карп тоже плавает повсюду. Такие маленькие фонтанчики стоят. Просто это отдельная культура. Ее изучать и изучать. Снимать можно просто все. Так. Какая прелесть. Мое сердце птица в твоей грудной клетке. Чтоб вы понимали, вот там вот магазин, где я покупала украшения. А вот магазинчик, вот дорога. И вот это все, то, что я вам показывала, это вот здесь находится. Ну вот мы и попали в пробку на Бали. Уже едем почти час, ну, 40 минут. Посмотрите, везде флаг. Везде такие храмы маленькие. Но здесь очень красиво, здесь можно снимать все постоянно. Мои хорошие, мои родные люди. Я только приехала домой, пока ехала, читала комментарии. Я счастлива. Наконец-то вышел долгожданный клип на песню «Лайкер», который мы снимали 7 августа. Вы можете представить? 7 августа, находясь в режиме просто нон-стоп, потому что после этого у меня был тур. И после возвращения я сразу же улетела на Бали, как вы поняли, здесь. А сейчас я нахожусь здесь. Я безумно счастлива, что получилась такая крутая жизненная работа. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто смотрит, оставляет лайки, комментарии. Переходите по ссылке, свайвайте вверх, посмотрите, пожалуйста, мы так старались. Спасибо большое команде, Оксане Рассказова, режиссеру. И отдельное спасибо моему экранному мужу, который испытал на себе все прелести Олиного гнева. В итоге все закончилось хорошо. Мужчина, вы теперь знаете, что нужно делать, чтобы нас не злить, точнее, что категорически нельзя делать, и как можно решить любой вопрос, любое недоразумение. Самое главное – это любовь. Миром правит любовь, и я рада, что вы оценили мою задумку, что несмотря на все вот такие вот разборки между парой, которые могут возникать, в итоге побеждает любовь. Приятного просмотра, пожалуйста, посмотрите, откомментируйте, поставьте лайк. Для нас это очень важно. Я очень горжусь этой работой, мне кажется, она какая-то другая, особенно не похожа на все остальные.
кошлют свои голые сиськи.